Сейчас на факт террора была вызвана полиция, вызвала комиссия из консультантов. Что, по всей видимости, этот мерзавец не знал о том, что работает комиссия по расследованию. Да он только что торчал возле дверей, в окне у него горит свет, но достучаться, дозвониться к нему полиция не смогла. Протокол, конечно, подписали не только комиссия по расследованию, но она состоит из многих представителей серьезных организаций. Было время, пока стучали, звонили к этому террористу, у меня поговорит с полицейским. Полицейский говорит: да у нас этих вызовов, мы перезагружены. Загрузка у нас на 100 лет хватит. Поэтому уже выезжаем на серьезные, такие как, скажем, к примеру, нашли оружие тут недалеко, склад оружия террористов. В другом месте этого же района нашли склад оружия. Не исключено, что и в этом доме по улице Набережная 27 Московской области, Химкинский район, СНТ Нива, тоже склад оружия. Но по закону полиции войти в дом они не могли. Я стал дальше с ним разговаривать. Он говорит: сверху нам спускают указания, жалобы, на которые мы должны отреагировать. На все отреагировать мы не в состоянии. Мы перегружены. А теперь обратите внимание, какая идет лестница. Жалобу пишут вышестоящие органы, подчас даже Владимиру Путину, в Генеральную прокуратуру, в МВД, ФСБ. Те, естественно, посылают по лестнице служебной на исполнение ниже. Те, следующие по месту руководства, спускают еще ниже, до рядовых исполнителей. А теперь поставьте себя на место рядовых исполнителей. Им лишь бы удовлетворить, поставить подчас галочку. Они не справляются. Поставив галочку, они отписывают назад своему начальству, свое начальство, вышестоящие органы, и так до глав МВД, ФСБ, не знаю, доходит ли до Путина, но до правительства. Как вы думаете, какое там складывается мнение, что все благополучно?
Вот такая система, она исчерпала себя. А она совершенно недееспособна. По всей видимости, террористы это пронюхали опытным, конечно, путем. И вот он мне, полицейский, задает вопрос. Ну, а вы, как президент Международной ассоциации, как считаете, какая цель у террористов? Я говорю, вот видите, сюда-то вы приехали, а другие не приедут по загрузке огромной. Но отпишут, что все благополучно. Кто дискредитируется при этом? Правоохранительные органы, а это и есть задача террористов, дискредитируют службы, спецслужбы, это тоже задача террористов, дискредитируют Владимира Путина и правительство. Правительство же считает, что все благополучно, но не народ. Народ стонет. Народ жалобы пишет одно за другой. И все в конечном итоге вверх стекается, что все благополучно. Обратили внимание на эту дохлую систему? Она недееспособна. Вот и радуются террористы. Он меня спрашивает, а чем они обрабатывают вас? Я предоставил фотографии, а точнее комитет по расследованию, кучу фотографий с запредельными показателями приборов. И думаю, сейчас он скажет, ну как же, электронные приборы, террористы только бомбы делают и взрывают их, и стреляют. А он мне спокойно говорит, да недавно уже освоили электронику. У них такое оборудование давным-давно, это он знает. Но правительство не знает. Не знает и те, кто ступенью повыше, в местах, которые дают этим честным исполнителям задания. Вот они это как раз не знают. А эти исполнители, что толку из того, что они знают? Итак, лестница. Лестница привела к тому, что народ России в лапах террористов, оснащенных электронными генераторами, стреляющими мощником и тяжелыми металлами средствами, и разгул полнейший. Матери плачут, детей жалко своих и сжигают. С какой целью сжигают? И кого в первую очередь, как вы считаете? А те, кто будет шуметь. Им же надо, чтобы поднялся скандал, чтобы дискредитировать неведущее и живущее в благополучии правительство и руководство правоохранительных органов и спецслужб. Дискредитировать. Поэтому, естественно, меня как президента Международной ассоциации ученых интеллигенции, я, как видите, вновь шум поднимаю. Для кого? А сколько вас посмотрит этот фильм?
а в правительстве все благополучно. Международный суд матерей Татьяну Николаевну Шашутову тоже. И сострадание, слезы на глазах. Беременные женщины, матеря с детьми, защищая детей. Одна женщина даже сказала, лучше бы убили. И она права. Ведь этот террористами размеченный садизм, он ведь истязает человека до такой степени, что смерть значительно лучше садизма. Но факт остается фактом. Генетический код. России великой разрушается, Россия гибнет, недовольство, как и хотели террористы и хотят, правоохранительными органами, службами всякими растет, недоверие к правоохранительным органам, службам специальным и правительству в народе растет, догадались, террористов можно поздравить. Они этого добились, хотя бы тем, что я сейчас выкладываю в YouTube это видео. Уже шум, уже недовольство, но я-то не один. Огромное число членов Международной ассоциации ученых интеллигенции в курсе, тоже недовольны правительством. Огромное число и во всех регионах Международного суда матерей, члены и женщины, плачущие, недовольные. Так что выбрали они правильно, по кому гвоздить нужно, кого необходимо настроить, чтобы он по цепочке настроил всех против правительства, специальных служб и правоохранительных органов. Вам теперь понятно? Но факт остался, женщины гибнут, ваши сестры, матери, дети, ваши братья, мужья гибнут. Генетический код от частотного постоянного воздействия разрушается. Это удар ниже пояса по России. Причем в полной вольготности. Так кто за них возьмется, если не вы? Ну и комитет по расследованию вызвал полицию. Но ведь их, они бесправные, их отловить можно? Они же вне закона, они же преступники. В домах? Да отключите им свет и перекрыйте им водоснабжение, выползут. Вы их можете фотографировать, а можете взять под руки и передать матерям, чтобы утешить их. А потом уже спецорганы. Но сначала эту сволочь надо изъять доказательно и убедительно. Иначе не верят спецслужбы и правоохранительные органы.
изымайте этих мерзавцев, изымайте, у вас полное право защиты, тем более есть в Уголовном кодексе Российской Федерации раздел по неприкосновению личности и жилища. Вы понимаете ваше преимущество? Ловите их. Ловите и давите их каленым железом, всю эту сволочь по всей Руси Великой. А если в частном доме, как у меня, с одной стороны и с другой стороны сволочи засели, да не будет проблем. Гидропломбой забить канализацию, пускай в дерьме там и сдохнут. И перекрыть в колодце воду, выползет, вот тут мы его как раз и прищучим. Поэтому мы начали планомерно действовать. Первое действие классическое – обратиться в ФСБ, к Владимиру Путину, в прокуратуру генеральную, в МВД, оттуда ничего, все благополучно. Поэтому, видите, я не с потолка говорю. Но это осмысленный проход. Вторая ступень и третья ступень. Все благополучно, галочку поставили, отписали. Они перегружены, как сказал мне полицейский. А у вас все права. Они же вне закона. Это как хулиган подошел и избил вашего ребенка на улице. Вы что, терпеть будете? Или будете жаловаться Путину? Особенно мужья, отцы. Вы что, жаловаться начнете, что калечит ваших матерей, детей и жен? А у вас все права. Каленым железом эту сволочь со всей Руси Великой. Правоохранительные органы только скажут потом спасибо. Но самое главное, вам спасибо скажет вся страна. Народ вздохнет наконец-то. Матери утрут слезы. Дети рано или поздно выздоровят. Женщины, беременные женщины, но пускай сейчас рожают неполноценных. Вы это знаете. Откуда взялось такое число неполноценно рожденных детей в России? Догадываетесь? После того, как искореним всю эту сволочь террористическую, дети будут нормальные рождаться, генетический код восстановится. Поэтому не надейтесь, не ждите, что дядя придет и за вас все решит. Если на улице от мороза покалечил вашего ребенка, вы что, точно так же на дядю будете рассчитывать? Не рассчитывайте на правительство, они уже завяли в удовольствии, что все благополучно. Им потемкинские деревни по казуху о благополучии обеспечили. Поэтому они довольны, и вы все равно до них не добьетесь. Так вот, не ждите. Объединяйтесь. Фанаты тратят энергию
устраивает пузу на футболах. Почему бы вам не очнуться, не начать спасать Россию и сжигать эту сволочь? Скинхеды бьют каким-то там физиономии. Да вот вам где поле, когда вместо того, чтобы вас полиция забирала, вам благодарность будет. Но пусть не от полиции, но от матерей, от народа, от ваших сестер. Когда-нибудь и дети поймут, кто их спас. Определить эту сволочь несложно. В квартирах вы можете поочередно выключать электричество, генератор умолкнет. Если не в силах тут же захватить, сфотографируйте. Фотографируйте, ведь вы тут из квартиры рано или поздно. Фотографируйте и обратитесь к тем же скинхедам, к тем же фанатам и к другим. Наконец, формируйте дружины, как в свое время в Советском Союзе не справлялась милиция с хулиганством, были организованы народные дружины и хулиганство искоренили. Организуйте дружины спасения России. Организуйте, надо искоренить, пока не поздно. Уже не только неполноценные дети рождаются, уже покалеченных людей. И более того, смертей полным-полно. Не ждите, пока ваши ближние от так называемой сердечной недостаточности уйдут на тот свет. Все пойдет под терапевтические симптомы, потому что медики тоже об этих сволочах не знают. А может, их тоже гвоздят. Как знать, пока вы это все не вскроете, надеяться не на кого. Я свое дело сделаю. Я эту сволочь не только сегодня, полиция, еще, как он только генератор включит. Но и в другом доме я там, если что, и канализацию забью. Выползет он, гад, все равно, рано или поздно. А мы будем наготове. Подежурим. И ночью подежурим. Никуда он не денется. Свет-то горит в окне с другой стороны. Значит, сидит, управляет. Поэтому хватит разговоров, хватит жалоб. Пора действовать. На вашей стороне закон. На вашей стороне ваша совесть. На вашей стороне весь российский народ. Действуйте, братья.